Вот уже около устья. Такая взбитая пена. Поскольку очень взбитая, как будто взбитый белок. Поскольку вот так вот идет такая как бы малюсенькая коса, такой клин. Ах ты, боже мой. А вот эта чайка. Чайка. Чайки летают, чтобы что-то перекусить. А рыбки-то так немножко. Вот пока этой как бы косе по этому клину. Сейчас пойду в самый-самый экстаз сегодняшнего дня. Так и есть. Вот он. Вот эта граница. Вот здесь река. Необъятным простором неба, реки и морской глади, своей как бы устойчивости, которой так не хватает. А здесь все устойчиво, здесь все ясно. Море, небо, река, устье, граница между рекой. Сюда всегда стремится душа. Наверное, она, душа, она получает напоенность. Смысла, великого смысла природы. Что должно везде быть какое-то равновесие. Не только между хаосом, но и вот такими днями, когда гармония существует. И стоит ее удержать. И удерживать.